Свитер уникальный, и его копии в продажу не будут поступать. Ливерпуль показал качественный футбол в первом выездном матче, и крупное поражение. Упаднических настроений в рядах Ливерпуля, и приведу одну цитату из Эндрю Робертса. У Ливерпуля полный состав, который Юрген Клопп выставил на сегодняшний матч на ваш экран. Целой группе, большой группе ведущих футболистов. Барселона играла против Сельта. Итак, все готово к началу матча. Ждем стартового свистка. Джанейта чуть не случайно. Судейская бригада. Я уже говорил, что Джунейд Чакыр, полиглот из Турции, возглавляет. Поехали! Барселона мяч разыграла с центра поля. И давайте, и Ливерпуль уже в чужой штрафной, передача, и на угловой мяч уходит. Вот первая уже опасная линия. Иван Ракитич номер 4, Сержи Бускетс номер... Сильнее ног, Ливерпуль с первых минут в атаке. Бекер защищает ворота Ливерпуля. И тот человек, который передачу голевую сделал после того, как Ван Дайк... Клоп выставил тех, кто и должен играть, когда отсутствуют основные футболисты. Линии отправа. Сержи Роберто, 20-й, слева Жорди Альба, номер 18. Третьим номером ближе к группе атаки. Ну, так они втроем. И это шанс. Ливерпуль пытается разыграть угловой, пока Барселона ни разу не появилась на чужой. У Ливерпуля Бутинью в составе Барселоны. Это добавляет немножко перцу, да? Суарес обещал не... Ориги! Испугался Терштегена. Сыграй! Увереннее сыграй, как Лукак. 2.25, если пропустит. Ставь пенальти! Судья не ставит! Судья пенальти! Есть, зацепил ногу-то Серджи Роберто. Ну, учитывая, что действительно есть ВАР, я думаю, давай мы по этому поводу спорим. Тактик был, чуть-чуть зацепил Серджи Роберто. Ну, а как борьбу несется Ливерпуль? Но здесь за намерение сыграть жестко. Фабинин оказывается желтой карточкой, и вот они там... Какие же они здоровы! По телевизору этого не видно, а когда ты рядом с ними... И Алисон выручает, тащит мяч из-под перекладины. Как-то притих сейчас Энфилд. В принципе, как любая британская-английская команда, но все-таки два мяча головой. Бать Месси! Ну вот, как же так сейчас? Почему? Сейчас вот, только... Вот так вот играть Барселон. Прострел, да, мало кто, но бывают матчи, когда... Передача Каутиньо, отбивает мяч в сторону Алисон. Если бы не Алисон, все. Скованы на финальном ударе, когда они тем более под трибуну Клопп, самую главную фанатскую трибу Чати, сейчас действительно выручил удар под штангу. Мне кажется, Каутиньо, Суарес будут немножко... Я думаю, они бы наверняка разыграли более четко. Мне кажется, им позарез нужно забить. Они сами все прикрыли. 1-2. С тех пор, как Салах пришел в Ливерпуль, лишь один раз Ливерпуль провел полному Альберто Морено. Другой вопрос, чем этот подкат отличается от подката 10, наверное, вот как раз после гола Риги и момента с Мане. Ливерпуль обыгрывала момент, удар Хендерсона. В створ летел после удара Хендерсона. В голову дальше Жерару Пике. Суарес, Ман, Хендерсон или даже просто ногу подставил Джордан Хендерсон. И мяч угодил. Настреливал и так со штыка кинжально ударил. Сына! Терштеген! Тачит. В чем проблема? Рукой на себя потянул корпус? Не, потом Суарес. Еще... И прострел низом. Дальше Пике. И исполнил. Сейчас атака-то была опасная. И... Жорди Альба со своего фланга. Это уже привычная комбинация. Ориги. Сейчас и хороший Робертсон. А уже так корпус положил, чтобы уйти с мячом. Не точно на фланг. Вальверде, как всегда, задумчив, играет. Как против него Мане, надо поаккуратнее действовать. Там блокирует Каутиньо Фабиньо. По одной команде не такой суперсложный, но Ливерпулю пришло. А вот команда Юргена Клоппа, играя ярко, играя красиво и забивая красивые голы. Да, может быть, не всегда Барселона играет ярко, играет результативно, но она дает результат. Она... Бывает, например, один матч, который может вообще поставить крест на все.
Это проблемы как раз вот на линии Ливерпуль-Москва. Турецкого арбитра Хендерсон снова в игре. 1-0 Балис. Передача Милнера. Падение Садио Мане. И 4. Получается, а подача тоже не получается. Головой играет. Нарушал правила Джеймс Милнер. Но на такой скорости, конечно.